Привет всем, друзья! Если где-то у кого-то завалялся старый пластиковый ненужный контейнер, ни в коем случае его не выбрасывайте. Он вам еще пригодится. Крышку с контейнера я сниму. Как-то давно я купил себе гравюр в очень неудобной упаковке. Все насадки расположены очень неудобно и громоздко, приклеены к стенкам на скотч, а то вообще валяются как попало. Пришла идея собрать все вместе. Как раз для этого буду использовать одноразовый пластиковый контейнер. В него все переложу. Можно посмотреть набор насадок, я не могу достать. Пока буду перемещать то, что достается. Как это все неудобно. Неужели эту неудобную упаковку я выкину на помойку, и больше мои глаза ее не увидят? Даже не верится. Сейчас разберусь с проводами. Адаптер с гравером соединяется штекером. Скручу провод от гравера. Гравер в контейнер уложу. Теперь смотаю провод на адаптере. Адаптер с проводом уложу в контейнер. Вот смотрю на все это, аж глаза радуются. Контейнер накрою крышкой. Теперь я буду спокоен, что у меня все на месте. И нигде ничего не потеряется. А самое главное – экономия места. У меня в мастерской на полке. И теперь в любой момент можно с легкостью открыть крышку и пользоваться гравером, при этом без труда выбрав любую насадку, что до этого было очень проблематично. И в любой момент всегда же можно убрать гравер обратно. Теперь мой инструмент всегда на месте. А проявил-то всего лишь смекалку. Кому такая хитрость и идея была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!